Они готовы действовать в любых чрезвычайных ситуациях. На Сморгонщине прошли соревнования санитарных дружин и пожарных команд. С какими испытаниями предстояло справиться участникам и кто стал победителем? Смотрите в следующем сюжете. 17 мая на городском стадионе «Юность» прошли соревнования санитарных дружин и добровольных пожарных объединений, во время которых проверялась подготовка команд к чрезвычайным ситуациям. Санитарные дружины гражданской обороны созданы на каждом предприятии. Основная цель этих формирований – оказание помощи пострадавшим и ликвидация внештатных ситуаций как в мирное, так и в военное время. Чрезвычайную ситуацию предсказать невозможно, но к ней можно подготовиться. И тогда, если что-нибудь случится, на предприятии будут опытные работники, которые смогут оказать первую помощь пострадавшим. Команда «Сморгоньгаз» принимает участие в соревнованиях уже много-много лет. Нам это нравится ежегодно, мы готовимся, узнаем что-то новое, мы стараемся выступить как можно лучше, и настрой всегда у нас позитивный. В прошлом году второе место заняли. Подобные соревнования нужны, знания по оказанию первой помощи – это то, что всегда может пригодиться в обыденной жизни. Все мы можем столкнуться с ситуацией, когда человеку нужно оказать помощь. Поэтому мы стараемся совершенствоваться, мы стараемся передавать свой опыт друг другу, не останавливаться на достигнутом. И эти соревнования дают нам такую возможность. Сандружинам, в состав которых входят люди самых разных профессий, пришлось преодолеть несколько этапов. Строгие судьи проверяли оснащение санитарной дружины, умение надевать противогаз, теоретические знания и практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в сложных ситуациях, таких как очаги комбинированного и химического поражения, а также зоны инфекционного заболевания. Также сандружины ожидал музыкальный конкурс, в котором представители разных команд демонстрировали свои творческие стороны. Судьи по достоинству оценили выступление и признали лучшими представителей Сморгонского агрегатного завода. Участники добровольных пожарных формирований преодолевали 100-метровую полосу препятствий, показывали свое мастерство в пожарной эстафете и боевом развертывании. Эти навыки необходимы в любой внештатной ситуации, когда надо сохранить человеческую жизнь и потушить пожар. По итогам соревнований санитарных дружин диплом победителя достался команде Сморгонского агрегатного завода. Первое место в районных соревнованиях среди пожарных команд заняли представители производственного управления «Сморгоньгаз». Санитарной дружине нашего предприятия в этом году исполняется 20 лет. Мы неоднократные призеры соревнований. В районе вот уже, наверное, на протяжении 10 лет мы занимаем первые места и участвуем в областных соревнованиях среди санитарных дружин. Там тоже результаты у нас всегда хорошие. В тройку лидеров мы входим обязательно. Последних 3 года занимаем 3-е место. В составе нашей действующей санитарной дружины есть ветераны, которые с основания сандружин участвуют в соревнованиях. На сегодняшний день их 2 человека. У нас опытный, слаженный, надежный коллектив. Практическую и теоретическую подготовку мы проходим на территории нашего предприятия. Работники здравпункта по медицинской части нас готовят, а начальник службы ЧС ИГО занимается подготовкой к прохождению этапа по проверке табельного оснащения, умению пользоваться противогазами. От Сморгонского производственного участка добровольного пожарного общества был вручен подарок самому старшему участнику мероприятия, который работает на комбинате хлебопродуктов. Грамота за волю к победе досталась представителям Сморгонского опытного лесхоза.